в жилье были двое, Кай и Герда. Кай был злодей и пьяница, а Герда была крикливой и любила поругаться. Ура! А потому они жили очень весело. И вот как-то раз, в канун Рождества, в поместье Варвей собралась шумная компания. Ребята весь день валяли дурака. И вот, наконец, наступило время страшных историй. Итак, сегодня, в канун Рождества, мы собрались здесь. Ой, ладно, короче. Дадим слово нашему мусору. Эту историю точно будет хорошо слышно. Рой! Что за глупости, чертов босс? Ну ладно, видимо, у меня нет выбора. Глава семьи Ван Бола Снежная Королева продолжает тренировки по чутким руководствам дядьки Реборна. Результатом этого стала новая техника – прорыв точки нуля. Все враги, которых она коснется, превращаются в лед. И по последним данным, только доброта и преданность смогут победить чары Снежной Королевы. Ну или можно просто испечь вкусный торт. Мусор. Ну ты рассмешил. Чтобы какая-то снежная баба представляла угрозу для элитного отряда Варии. И если она придет, я лично размажу ее тонким слоем. Какого черта? Кто ты? Простите, я стучала, но меня никто не слышал. Чертов акулий мусор! Что с нашей системой безопасности, если тут ходят всякие? Я прошу прощения за вторжение, но мне нужна ваша помощь. Я знаю, что опасность опять нанесена на Белое море. Это стоит под угрозу меня и моих друзей. Кто здесь самый сильный? Допустим, я. А ты кто такой? Я Саладица Наёши. Ладно, я зря пришел. Мне никто не сможет помочь. Полегче, босс. Вдруг вы не справитесь с ним. Да нет, он не выглядит сильным. Да уж, сильнее некоторым будет. Ты себя имеешь в виду? А ты что, самый смелый? Да, так его, Джедаймен. Ой, ребята, кажется, это была Снежная Королева. И теперь она забрала Кая. Ура! Это все из-за вас, недомерки? Что мы теперь будем делать? А ведь это ваши проблемы, подлатый капитан. Похоже, только боевой капитан Скола, простите, то есть Герда, понимала, чем может обернуться это страшное исчезновение после аварии. А потому он отправляется в путь до Японии резиденции Снежной Королевы. Ура! Вот напасть. Я раньше не думал, что от нашего босса какая-то польза была, но сейчас... Мне что, самому себе документы на подпись готовить? Чаус? Что ты здесь делаешь? Сказала обнимать Герда. Вы чем-то огорчены? Вы точнее не ее. Говорите, говорите, я думаю править. А вдруг я смогу вам помочь? Похоже, мне надо найти этого человека. Это интересно, крайне интересно. А зачем тебе замуж? Откуда ты знаешь, что мне нужен именно он? Потому что ты искала. А это-то откуда? Да тут только Снежная Королева не знает вашей истории. Ладно, нам с тобой трепаться некогда. Если ты все еще нуждаешься в том плане, нам стоит поторопиться. Месяц назад принц, сын короля, пришел к отцу и говорит. Папа, мне очень скучно. Друзья боятся меня, мне не с кем играть. Они нарочно проигрывают мне шашки, нарочно поддаются пятнашки. Я умру с тоски. Ну, ладно, я тебя женю. Какие невесты? Сказал принц. Лучше друга мне найдите. Устроили смотр. Все пугались, входя в дворец. Но один мальчик ни капельки не пугался. Он сразу начал троллить принца. Да так, что тот и забыл, что над лицом можно было выгнать. Ура! Босс у нас такой! Стоп! Это же не он! Да, сэмпай! Тут какие-то уроды по дворцу шляются. Погоди, я с тобой еще не разобрался. Ура! Заглохни! Отряд! В одну шеренгу становись! Равняйсь!
Смирно! Ой, как здорово! Прошу прощения, не хотите ли вступить в мою армию? Да. Идиоты нам нужны. Ой. Белл-сэмпай, у вас же нет армии? Да и пофиг, что нет. Будет. Заглохните! Босса моего видели? Да. Ну как нет? Врай, вольно! Разойдись! А я знаю, кто может тебе помочь. Но я тебе этого не скажу. Наш придворный маг может. А? Так подавайте же его сюда! Я придворный маг. Как ты магом стала? Ты ж повар. Я состряпала пирог, который одним кусочком разрешил неразрешимый спор о наследстве. Не переживай, и тебе помогу. Что? Да, если задуматься, то мне не помешала бы помощь. Ты первый человек, который заметил, что я вообще-то не жилец. А то принеси это, подай то. То не так, это не так. Вот чертов босс. И за это... Дай угадай, никакой благодарности. Мой Ромео одно и то же делал, пока живой был. Может, ну его, твоего босса, горбатого могила исправит. Более того, меня еще и бьют. Вот бывает, принесешь отчет, который всю ночь писал, а тебе стаканом по голове. Ха, он, видите ли, работать не хочет. Да, жизнь у тебя не сахар. Конечно. А вы говорите мне забыть причину всех этих несчастий? Чёртов мусор просто струсил. И ты его от Кая спасаешь. Кто сказал спасать Джедайме? Сестра! Нет, просто я знаю, что значит потерять кого-то, кто дорог тебе. Врай! Что это за чертовщина? Ты какой-то северный олень? Сам ты олень! Это маскировка! Я правая рука Снежной Королевы! Возвращаюсь в задание! Ты пришел мне помешать забрать Кая? Нет. Просто дома на мемори провожу. Что? Даже ты попробуешь остановить меня? Ты что, не слышал, что сказала сестра? Дай мне сам отзывать от твоего босса. Пойдем, я твой верный помощник теперь. Я благородный защитник и хозяин этого леса. Слежу за покоем и выполнением законов на веренной мне территории. Короче, это местный разбойник. Типа да. Ну-ка, циц. Тем, кто не нарушает закон, бояться нечего. Мы как раз ничего не нарушаем, а значит, можем идти. Стоять, травоядный. Я знаю, что вы как-то связаны с этим чертовым принцем. Естественно, он в моем отряде. Ты чё, с ума сошёл? Нифига подобного. Голубишь мне? Я вам сейчас такой список других нарушений накатаю. Ваши вражеские войска во владение Снежной Королевы сунулись. При этом у вас шапки нет, скорость превышаете, дышите громко. Раздражаете меня, короче. Камикарус. Товарищ разбойник, да давайте договоримся. Ну что вы как не родной, мы же буквально семья. Все, я пошел. И мне глубоко наплевать на ваши разборки. И сам ты травоядная. Но... Молчать, я тебе не лошадь, чтоб ты мне много говорил. Не позволю. Герда, давай быстрее, я задержу его. По лесу ежик шел.
Мне холодно. Надо еще выпить. Ну сколько можно? Сколько надо, столько можно. Понял, понял. Какой кошмар! Нет, это я должен был сказать. Савада, я выполнил свою часть сделки. Сколько мне у тебя торчать? Возьмешь меня немедленно? Я не могу тебя отпустить. Почему? Тут нет ни одного телохранителя. После этого предстоящее наше свидание Дриборна. И чё? И... Я боюсь. Чёртов мусор! Нужно кроме ярости. Я бы и сам управился. Заткнись, мусор. Ничего бы ты один не сделал. Даже я не могу все на свете сделать в одиночку. Мне банально лень. Обычно я переложу все на других и наслаждаюсь полученными результатами. А сейчас с тобой я сделаю то же самое. Что ты со мной сделаешь? Я потребую долива. Что? Что слышал? Пить тащи. Есть. Стой! Убью! Отпусти меня! Простите меня, но я правда не могу. Только вы слышу вам ближе, мне хочется только одно. Приварьтесь в кресло намертво. Прошу вас, освободитесь самостоятельно, сам. И не сделайте это, пока меня нет. Что? Ну, ручками. Воспоминайте о хорошем, растопите лед в своем сердце, используйте лед драйв какой-нибудь, что ли. Черт, вернись! Странно, мне никто не оказывает сопротивления. Похоже, Савада уже настолько замотался бегать по поручениям Занзаса, что на охрану силы у него просто нет. О, а вот и Занзас. Рай, чертов босс, что меня встречать не уходишь? Эй, что-то не так? Нахрена приперся? Сам не знаю, как-то без вас спички не орут, цветочки не гниют, виски просмаливает, да и наши тебя ждут. Закрой глаза, все постепенно, и тебя утро не забыли. Утро подает нам это мгновение, и холода за окном не помеха. Пока мы здесь, в теплой постели, волосы волнами по твоей шее. Касание тревожное и безмятежное, мы, видимо, нашли то, что долго хотели. Здесь нас не найдут проблемы, только ты и я в этом мире. Время застывает на этом моменте, все, что имею, я отдам тебе. Пальцы сжимаются крепко, это все, что нужно мне. Готов убежать за тобой на край света. Чтобы еще раз по-новому все повторить. Между нами тает лед. Пусть тебя нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть тебя нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. И что же, не хочешь домой вернуться? Думаешь, я не пытался? Ты что, Савада испугался? Это еще кто кого испугался. Ладно, мне тут сидеть сейчас почертело. Пойдем скорее домой. Я принесу, что просили. Они здесь. Они пришли за мной. О, какие люди. ДМВ, мы с Хибари тоже тут. Вам не о чем беспокоиться. Хамикару. И теперь в компанию предстоящих головорезов. Рай, Савада. Нет, это не я. Эй, Веда. Полегче. Я